俄罗斯卡卢加州距离莫斯科180公里，拥有重要的国际铁路和公路交通线，交通便利，经济辐射能力强，很多中国企业在那里投资办厂。来访的卡卢加州副州长瓦西里耶维奇先生接受了本台记者采访。Галузская область рядом с Европой является важной международной железнодорожной линией. В настоящее время провинция Хунцзян готовит программу «Один пояс, одна дорога» и планируется открытие железнодорожного маршрута Харбин-Гамбур. Как вы думаете, какая возможность между нами в этих сферах? Не только считаю возможным, но мы уже к этому полностью готовимся. У нас на территории нашей области сегодня строится самый первый и большой в России логистический центр, который получил статус драйпорта, сухой порт. То есть куда грузы могут приходить из Владивостока, из Китая, из Петербурга и других городов, не растаможенные, растамаживаться и распределяться по России и лететь в Европу. Это первая часть. Вторая часть. У нас сегодня начинается реконструкция строительства большого карго-аэропорта, где, надеюсь, будет принимать участие и большая китайская компания. И мы уже для себя его называем, этот аэропорт, опорный пункт воздушного шелкового пути. То есть это уже реальность, и мы должны вместе с вами это реализовать к следующему экспо. У вас какое впечатление о провинции Хунцзян? О нашем городе Харбин. Знаете, я прежде чем ехать сюда, прочитал некоторые книги о Харбине. И мне там очень понравилось выражение, что Харбин – это жемчужина под крылой дракона. И встречаясь здесь с нашими коллегами, только восторженно красиво говорили о Харбине, о его климате, о его промышленности, о том, что многие люди, особенно после 60 лет, мечтают жить в Харбине, то я для себя решил, что Харбин – это филиал рая на земле. А в раю жить всегда приятно.